Лесвица, якая вяде с улицы Шалюскинцев до площади Славы у Могилеве, изменит свой выгляд. Менавіта з яе распачнуць первый этап капитального ремонта площади Славы. Плануется, что сбоку парка имя Горкага на лесвице будет оглядальная пляцовка с лавами. Уздовж приступок на протягу амаль 60 метров з'явится боковое подсветление и металличные огороджи. Тут планируют предугледить и специальные съезды для велосипедистов и дитячих колысок. Усяго капитальный ремонт площади будут выполнять у три чарги, подчас яких обновят стелу и подпорные стены. Первую чаргу ремонт лесвицы распачнуть этой осенью. Было проработано несколько дизайнерских решений. Городская архитектура остановилась на одном. Значит, замена мраморной облицовки лестницы на гранит, чтобы лестница сочеталась с подземными переходами и общей выразительностью площади Славы и всего города в целом. Очень было бы удобно, если был бы спуск для велосипедов и для колясок, для молодых мам.